В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности. 8 июля в эфире передачи «Тем» на канале «Primul in Moldova» глава представительства ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что ЕС, хотя и не требует от Молдовы введения санкций против России, не будет рад, то есть Европейский Союз не обрадуется, если Кишинев к ним присоединится. То есть будет рад тому, что антироссийские санкции также начнет реализовывать и Молдавия. То есть, еще раз, Молдавия не является членом Европейского Союза. Европейский Союз и вообще все либеральные западные режимы постоянно декларируют свободу, независимость, суверенитет, исключительно добровольную солидарность. И тут такие заявления, что, конечно, не требуют, но будут рады, если Молдавия присоединится. Ну, видимо, если не присоединится, то будут не рады. То есть, таким образом, публично напомнили молдавскому руководству о необходимости соблюдения евросолидарности. Ну, то, как на Западе ее понимают, потому что истинная солидарность – это добровольность посыла, это равноправие и это свободное волеизъявление, а не использование силовых приемов для создания видимости солидарности. И вот эта вся евросолидарность, которая, во-первых, сколачивается вот такими вот силовыми приемами, она еще и проявляется исключительно на фоне, или даже не на фоне, а исключительно в русле антироссийских установок Брюсселя. 11 июля подписано соглашение о создании в Кишиневе так называемого Центра ЕС по поддержке в вопросах внутренней безопасности и управления границами Республики Молдова. По информации, доступной в публичном пространстве, в данном органе, хабе, будут работать представители силовых структур всех стран Евросоюза и соответствующих европейских агентств. В ходе прошлого брифинга мы уже комментировали планы поставок Молдавии западных вооружений и военной техники за счет средств Европейского фонда мира. К сожалению, усилия Евросоюза и НАТО по милитаризации Молдавии, похоже, находят поддержку у определенных сил в Кишиневе. Об этом, в частности, говорил 7 июля министр обороны страны Анатолий Носатый в эфире программы «Территория свободы» на местном канале. При этом тут же было отмечено, что непосредственных угроз для страны молдавские власти сейчас не видят. Возникает вопрос, от кого тогда защищаться и как это будет способствовать укреплению безопасности страны и ее нейтралитету. И в очередной раз хотели бы обратить внимание молдавской стороны на риски, связанные с некритическим следованием советам и рекомендациям западных партнеров. Что значит некритическим? Это значит слепое следование. Следование, которое не предполагает анализа и которое не предполагает собственного видения ситуации. Как показывает опыт, от антироссийских санкций страдают в первую очередь народы тех стран, руководство которых их ввело. Но мне кажется, это уже доказывать не нужно. Мне кажется, даже ситуация с для тех, кто не верил и кто, как всегда, отрицает реальность, ситуация с турбинами, возникшая между Германией, Канадой и, ну, сейчас уже и Украиной, которая в виде киевского режима туда влезла, тоже наглядно это демонстрирует. Что касается оказываемого Кишиневу содействия военной и военно-технической сферы, то главная цель, как мы понимаем, обеспечение интересов Запада. Никакой безопасности Молдавии это не имеет никакого отношения.